ничего больше взаймы не дам. Ключ потеряла, бабуся? Нет, сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовой коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Одолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи, потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он, должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Тело. Понятно, откуда запах. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Вот и бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а сажа, чтобы сделать тушь и написать письма. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, нашел сковородку? Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Треснувший монок. Интересно. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя?
Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Ах, поджарю-ка я себе на ужин сига. Или окуня.